В детстве возможно все, нужно только помочь. Так считают организаторы песенного конкурса «Яскра Ведіти Україна». Его финалисты смогут представить нашу страну на международном фестивале «Санремо Джуниор» в Италии. А пока очередной отборочный этап этого конкурса прошел сегодня в Запорожье. Давайте посмотрим. В репертуаре 9-летнего Михаила Ускова десятки песен, но сегодня мальчик решил сразить публику рок-н-роллом. Уверяет, за плечами 3-летний опыт выступления на сцене. Мама меня отдала учительнице по игре по фортепиано, но она оказалась еще и учительницей по вокалу. И фортепиано мы отставили и решили заниматься вокалом. Перед тем, как выйти на областную сцену, всем участникам пришлось пройти отборочные туры в районах. Организаторы уверены, именно такой конкурс дает возможность проявить свой талант детям из самых отдаленных уголков страны. «Яскра Ведіти Україна» – живий організм, це жива музика, це живий оркестр, це, ну, без фонограми. От. І просто дитина, вона розуміє і бачить, що це все по-чесному. Виступлення юних исполнителей, члени жюри судят по критеріям – чистота інтонації, красота тембра, сила голоса і артистизм. Впрочем, признаются, есть чему поучиться и у самих детей. Это быть честным. Вот. Это очень такое нужное нам всем качество, да. И любить то, чем ты занимаешься, по-настоящему, искренне. Запорожье уже 7-й по счету регион, где проходят отборочные туры этого песенного конкурса. Лучшие из лучших уже следующей весной соберутся в Киеве во Дворце Украины на гала-концерт. А победитель поедет в Италию представлять Украину на международном фестивале «Санремо Джуниор». Сергей Бордюжа, Игорь Воробей. Подробности. Телеканал «Интер». Запорожье.